Мы видим этот мир, да, капхедовский в 3D, собственно, исполнении. По-моему, он выглядит очень недурственно. Вот сюда можно встать, да? Слушайте, я не уверен. Вот сюда точно можно? А вот сюда, вот на обратном пути, оно, по-моему, задевает, нет? Нет, смотрите-ка, нормально. Ты дурак, что ли, совсем? Это 1% людей максимум пройдет. Я серьезно, я все больше в этом убеждаюсь. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в 3D Cuphead. И у нас сегодня будет челлендж, да не простой, как говорится, а очень даже сложный. Мы будем такие тут испытания проходить, что это просто капец. Оригинальный Cuphead покажется легкой прогулки. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, понеслась. Отрос Жагос Оби, понятно, Отрос Жагос все придумал, молодец, Отрос Жагос. Так, мы видим этот мир, да, капхедовский в 3D, собственно, исполнении. По-моему, он выглядит очень недурственно. Здравствуйте, товарищ, как ваши дела? Не хотите ничего рассказать? Не хотите, да? Рут Пэк, босс. Это что получается? Можно с ним вступить в битву? Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Ага, и здесь получается концепция такая. Ты должен не касаться, наверное, вот этих штук, да? Вот, коснулся какахи и все, понимаете? Бедный несчастный Капхед бегает в мире каках. Всю жизнь уклоняется от каках, понимаете? Идет Капхед по своим делам вокруг куски козьих испражнений. И жизнь его это борьба с козьими испражнениями. Ну, как и у многих людей. В принципе, жизненно, да. Я вот здесь не очень понимаю, как пройти. Здесь какие-то расстояния вообще карликовые. То есть, как здесь пролезть? Как здесь пролезть мимо этих... Что произошло сейчас? Я ничего не касался. Я не понимаю, подождите, здесь пройти невозможно. Давай перепрыгнем. Да блин, я не понимаю, там нельзя пройти. Там просто нельзя пройти, там нет места. Так, еще раз, подождите. Сейчас, секунду. Розовый кусок говнеца, вот этот вот, он какой-то особенный, да, я так понимаю. Вот прям по центру. А, да почему? Да почему? Почему? Может быть, надо на него запрыгнуть прям? Оба! Нет, тоже не работает, но... Здравствуй, товарищ! На, по роже. Что такое? Не понял. Так, смотри, теперь мы по доскам должны прыгать, да? Ну вот, я уже... Сначала пошло? Оно сначала пошло? Серьезно? Вот это ботаник паник. Я должен теперь аккуратненько ходить по досточкам. Аккуратненько, по досточкам. Могу, в принципе, наверное, наступать вот сюда, правильно? Куда мне нельзя? Мне нельзя голубое вот это наступать, да? А вот перепрыгив... Что за фигня? Я не понимаю. Там хитбоксы идиотские какие-то. Я не коснулся. А на зеленое можно вон на то? Нельзя! На зеленое нельзя! А как мне вообще понять, на что можно, а на что нельзя? Я прошу прощения. Окей. Ну тут все нормально. О, здравствуйте, товарищ. Товарищ Луковица. Добрый день. Опа-па. Это что такое? Ой-ой-ой! Так, вот морковки, значит. Я ничего не понял, ну, короче, понеслась. Куда? О, смотрите, безопасное место. Нашел. А какое следующее безопасное место, я извиняюсь, конечно. Сейчас в обратную сторону пойду. Да, да, вот это говно в обратную сторону пошло. Тихо, вот здесь. Перед носом прям, перед рожей перед моей. Вот тут уже дальше относительно легко. Вот здесь можно бежать спокойно. Вот здесь вот стоять, короче, и примеряться сколько хочешь. Тут у нас морковки упали какие-то вонючие. Что мне надо, вот эту синюю морковку сейчас тронуть? Я, наверное, не буду рисковать. Ну, в принципе, просто перепрыгнул, да и все. Че, какие вопросы? Вот. И тут перепрыгнул, да и все. Здравствуй, морковка! Еее, прошел! Декарт 2431, Тестетунс, The Root Pack Award. Какой я молодец, я вин, ребята. Посмотрите, какой обалденный мир, ребята. Мир реально обалденный. Тут у нас и скворечник. Я так понимаю, что везде есть свои какие-то испытания. О, здрасте. Это что такое, я не знаю за товарищ. Дракоша. Дракоша мы можем видеть. С дракошей тоже. Но с дракошей, наверное, будет очень сложно испытать. Секунду. Это что такое? Здрасте. Would you like to buy Helmut 66? Допустим. You purchase of Helmut succeeded. Где? Ну-ка. Оба-на. Ой, зря, наверное, да? Так, поехали. Прыг-скок, прыг-скок. Ну, начало, в принципе... Вау, начало, в принципе, обалденное. Тут прям вот на грани надо скакать. О, опять какахи козьи пошли. Это начало только такое. Тут тоже много этапов, как и там было, да? Это, мне кажется, 1% людей максимум пройдет вот это дело. Погодите, пока скачем нормально. Стоп, где можно встать? Вот здесь вот? А-а-а!
нет, здесь нельзя. Тырынь, 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 все, прыгаем, скачем. Я реально буду дико скучать по капхеду по оригинальному после этого, понимаете? После этого ужаса. Капхед, капхедик, родненький, где же ты? Потому что вот это все, это ужасно просто. Это все будет просто ужасно. Ну куда ж ты, дурак вообще, что ли, совсем, а? Ну, капхед, ну капхедище, ну капхедулечка ты моя, ну капхеденочек, ну в самом деле. Блин, я не понимаю, правда, я смотрю, я пытаюсь понять, осознать. Там вот эта хрень, она прям вся вот просто вот так и так все насквозь проводит. Давайте я вот здесь попробую встать, например. О, точно, так, сработало. Где там эти кружочки, эти дурацкие, я не понимаю. Я не понимаю, вот здесь что ли? О, вот здесь хорошо. Так, подожди, кружочки, как они идут? Как идут эти гребаные кружочки? А, вот так вот, да? Ну, это понятно, вот здесь просто стоим, да? Вот здесь стоим, кайфуем. Впереди вот вроде бы кирпичик идет спокойный, да, стандартный. Стандартный кирпичик, вот. На нем можно просто стоять, думать о вечном, о жизни, да, прекрасно. А, идем дальше, прыг, скок. Ой, слушайте, страшно. Ой, жутко-то. Чем дальше доходишь, тем жутко. А я так понимаю, что сохранений нет, да? Потому что я нигде не наступал ни на какое отделенное от всего остального пространства. Пространство, как ни странно. Блин. Очень печальная ситуация вырисовывается, ребят. Ой, куда я поперся? Наверное, зря, наверное. Ладно, пофиг. Кто не рискует, тот не пьет из самого себя. Давай, вперед, поехали. Опа. Отлично. Самолет. Самолет впереди, что ли? Я не глюки или что? Реально самолет. Реально самолет, ребят. Так, а, я понял. Я думал, мы полетим на нем. Тут надо прыгать по пулькам. Это замечательно, это великолепно. Так, скажите мне, пожалуйста, наступать можно и сюда, мне просто вот как-то очень боязно, если это не так. Потому что я не спа. А! Не, нормально, наступать можно на. Все. Так, подождите. Вот сюда можно встать, да? Слушайте, я не уверен. Вот сюда точно можно, а вот сюда, вот на обратном пути, оно, по-моему, задевает, нет? Нет, смотрите-ка, нормально. Ты дурак, что ли, совсем? Это невозможно будет просто. Я с ума тут сойду, ребят. Вот это заданница я себе нашел. Вот это я себе заданница нашел. Не, ну ладно, тут главное просто натренироваться. Я же помню, вот здесь вот на второй кирпичик мы наступаем, и все как бы хорошо, понимаете? Наступаем на второй кирпичик, и мы красавцы. А здесь мы наступаем вот на этот кирпичик, и мы тоже красавцы. А здесь мы просто вот делаем вот так. Все, я запомнил, это легко. Ну что это такое? Он что, издевается надо мной, что ли? Второй раз, блин. Мне все время кажется, что я сейчас перепрыгну, понимаете? Ох, я встал на эту пульку, так. Раз-два надо перепрыгнуть. Раз-два надо перепрыгнуть, и все. Раз-два. И. Отлично, так. Ну, здесь уже просто. Здесь уже просто. Здесь мы просто вот так вот идем. Вот так вот просто мы. Что это? Это что такое? Подожди, что это за колбаса? Что это за кусок? А я понял, вот туда надо встать. Нифига себе! Нифига себе! Так я не успею! Подождите, как это успеть? Успел! Не, это все-таки возможно. Как, с какого момента начинать? Вот сейчас начну, давай. Раз, два, три, четыре, успел. Ха, хорошо, а теперь вот здесь вот можно? Вот здесь вот можно, да, можно встать, пожалуйста. Все, встал, все, никаких проблем, встал, понимаете? А, вон туда, да? Ой, блин. Но это уже на обратном пути, когда оно, да. Вот когда оно уже вот сейчас, вот. Вот теперь вот сюда. Ой-ой-ой, мне там по моей чашечной жопе чиркнуло прям, я прям чувствовал. Я прям это ощущал. Так, и сейчас тоже на обратном пути, смотрите, вот туда надо допрыгнуть. Да успеем, вообще не вопрос, вообще базара нет, отвечаю, вообще сейчас все сделаю. Да, вот это, и замечательно так. А теперь просто прямо. Прямо вот по этим, блин, слушайте, ну тут расстояние, конечно, не очень. Так, ну все, что здесь вообще происходит? Что-то вылезает отсюда? А, в одном месте, да? Ну это ладно, это не беда. В одном месте это не беда. Главное, не перепутать. Так, вот сейчас вот отсюда полезет. Да, вот отсюда сейчас полезет оно. Полезет оно отсюда вот сейчас. А я вот такой вот раз, вот такой вот хитренький. И все, понимаете? И все, и преодолел. И преодолел. Так. Запрыгнули. Блин, ни хрена не видно, что-то сливаются немного вот эти вот. Ой-ой-ой, вот это расстояние. Блин, я... А, дальше маленькие такие, да? Так. Ой, кошмар. Ну все, мы уже преодолели эту опасную зону. Сейчас надо понять, что это вот за кирпичик такой. Идиот. А!
Я только сейчас понял, это решетки, это как, ой, как я это пройду, это невозможно. Чего, ребята, гоните, что ли? Это же капец, это, ой-ой-ой, вот это ужас. Да это не смешно вообще. Блин, это жесть какая-то. Какая дичь. Какая дичь, какой стрёмный шоколад здесь. О, все, все, да нифига себе, да я даже не верил. Ну-ка, ой, хорошо, слушайте. Ой, замечательно, так, так, дьявольская рожа, я иду к тебе. Я к тебе иду, сатанинское отродье, ты поганая. Блин, это реально, это 1% людей максимум пройдет, я серьезно, я все больше в этом убеждаюсь. Как я вообще это сделал, я не знаю. Я если сейчас проиграю, я сюда не дойду, наверное. Ха, у меня такое ощущение. Так, ну-ка. Ага. Извините, а это позволяется вот это? Ну а что еще делать, правильно? Не буду же я вниз падать. Наверное, позволяется. Здравствуйте, товарищ. Что? You win! Я win! Ха-ха! Я win! Тестетун Insano Award! Отлично! Это я, красавчик. Я Insano Award замутил, понимаете? Здорово, товарищ пицца, что тут у вас? Yeah-yeah! Правда? Yeah-yeah! To come for me! О, ясно, замечательно. Пейхи. Иди и пейхи, короче. Я все, что могу тебе сказать, это пейхи, товарищ. О, смотрите-ка. Здравствуй, друг. Ты кто такой? Парабем Васечи Гоу. Понятно. Парабем. Это товарищ Парабем. А вот мы снова нашли дьявола, смотрите. Мне кажется, мне уже его хватит, этого товарища. Мы уже с тобой, наверное, насражались. Не, ну, ну я могу попробовать чисто открыть. Сим Нао. Что это значит? Я не понимаю. Нао, допустим. Ой, блин, понятно. Слушай, да, дьявол, а ты не хочешь нахрен пойти? Серьезно. Мы вот это уже все проделывали. Очень даже похож. Слушай, смотрите, там еще какая-то блоха прыгает. Блоха какая-то там прыгает туда-сюда. Я не понимаю. Так, стоп, где камень покатится? А, вот там впереди, да? Ну, давай чисто попробуем. Так. Хоба. Хорошо, тут все понятно. Слушайте, я даже не буду пытаться это на полном серьезе как-то выиграть, да? Я просто посмотрю. Мне просто интересно, что тут еще Девил решил предпринять. Но, судя по всему, Девил ничего прям серьезного. Ну-ка. А, понятно. Не предпринял. То есть все такое, знаете. На расслабончике как бы. Здравствуй, Девил. Вот, я к тебе. Опа. Интересная ситуация. Вот эта локация прикольно выглядит, кстати. Обратите внимание. Она такая атмосферно жуткая. И там сзади вот это светится у него, понимаете? Там что-то. Красным у него что-то там. Да иди ты нафиг. Резет характер. Побуду-ка я теперь магменчиком. О, я магменчик теперь. О, лодочник. Здорово. Ты меня куда-то можешь это отвезти, что ли? Что такое? Почему я не могу туда попасть? Пустите к лодочнику меня. Доброе утро. Никак? Че, не пускают. Ладно, давайте дракошу попробуем. Вот дракоша мне интересен. С дьяволом мы уже с вами разбирались, а вот дракоши нет. Так, а у дракоши тут, смотрите как, тоже... Тоже вот эти куски вот тефтелек вытащенных, не скажу откуда, да? Тоже тут они все летают что-то. Так, вот сюда вот можно, да? О, вот сюда вот можно, пожалуйста. Слушайте, а дракон-то вроде бы такой нулячий будет. А что это меня? А что это меня задело? Я что-то не ожидал я такого. Вот сюда встало нормально, да? Ну и нормально, да? Чё? А что, собственно, нет? Вот здесь вот опасно, да? Вот здесь. Нет, не совсем. Чуть подальше, ну да ладно, пофиг. Так, давай вот так вот, вот так вот, вот так вот. Здравствуйте, дракоша! Привет, дружище! Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то видите? Я ничего не вижу. Дракоша. Дракоша родненький. Так, давай ко мне. Давай ко мне, мой сладкий. Грим Мачтик. Мачтик, Грим. Ты же Мачтик, да? Е-е-е, я победил. Ну, это вообще было, ну, понимаете, после того, через что мы прошли, это было вообще ни о чем. А если Сим набрать? Что за Сим? Есть Нао, а есть Сим. И вот... Ой-ой-ой-ой-ой. А где мой капхедовский скин? Я что-то не понял. Так, все, я злой капхед. Отлично. А, это да нет. Он предлагает отдать контракт и не отдать. Вот что. Вот в чем прикол. Давайте еще раз попробуем с дьяволом-то, с девилом-то разобраться уже. Мне уже стало просто любо... А может не надо? Кошмар. А как же это? О. Ладно. Тут главное взять ритм. Хо-хо, ничего себе. Вот это я ритмичный пацан. Видали, что могу, а? Видали, что могу, как говорится. Переступил, задрал ногу и видали, что могу. Вот такая вот супер рифма. А что вы думали? А что вы думали, умею?
Умею, практикую, могу, умею, практикую, да. И вот мы уже перевооружились. Здравствуйте, товарищ. Все, победа. Победа! Смотрите, все радуются. Эй, все боссы собрались тут и лыбятся, понимаете? Дьявол признает поражение, а я супер крутой. Я прошел сегодня мега челленджи. Ну ладно, на этом мы закончим. Вот такая вот игра. Я надеюсь, вам понравилось. Вон, видите, злое рожа какое. Капхедовское, магменовское. А, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. И на этом мы заканчиваем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.